В Уфе задержали 42-летнего мужчину, который пришел с наркотиками в административное здание полка ДПС. Посетитель проходил досмотр и выложил на стол перед полицейским содержимое карманов. Когда проверка с помощью металлодетектора уже почти закончилась, сотрудник ДПС заметил пакет с наркотиком, а осознавший свою ошибку уфимец рванул к выходу. Но далеко не убежал. Сначала его сбил с ног полицейский, а затем подоспевшие коллеги скрутили и увели в здание, куда он недавно пытался попасть сам. Тупанул откровенно. Выяснилось, что местный житель изначально пришел в полицию, чтобы получить разрешение на выдачу его автомобиля Honda Civic, который был увезен на штрафстоянку после пьяной езды. Сам водитель отказался тогда проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Содержимое свертка определили – это конопля массой около 1 грамма. Задержанного доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства.